Здравствуйте, ребята! Меня зовут Соболева Майя Валерьевна. Я приглашаю вас на урок русского языка и литературы в 9 классе. Сегодня мы начинаем изучать повесть «Шинель» Николая Васильевича Гоголя. Для этого урока вам понадобятся тексты произведения. Тема первого урока из двух – тема маленького человека в повести «Шинель». На этом уроке мы проанализируем образ главного героя повести «Шинель» и продолжим изучать маленького человека как тип литературного героя. Гоголь – человек необыкновенный, имеющий высокий ум и верный взгляд на искусство. Чувства человеческие он изучил и наблюдал их. Словом, человек самый интереснейший, какой только может представиться для знакомства. Ко всему этому он имеет доброе сердце. Вспоминал о Николае Васильевиче Гоголе художник Александр Андреевич Иванов. Давайте вспомним, а что вы уже знаете о Николае Васильевиче Гоголе? Какие произведения этого писателя вы уже изучили? Вы изучили повести «Ночь перед Рождеством», «Тарас Бульба» и комедию «Ревизор». В каком веке жил писатель? Писатель жил в 19 веке. Какие обстоятельства жизни Николая Васильевича Гоголя вам известны? Я думаю, что вы знаете немало. Николай Васильевич Гоголь был малороссом, поэтому в некоторых его произведениях много украинских слов. Он интересовался фольклором тех мест, в которых вырос. Из рассказов матери Гоголь узнал много интересного. Так появился цикл повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки». Полная фамилия писателя – Гоголь-Яновский. Сюжет для комедии «Ревизор» писателю подсказал Александр Сергеевич Пушкин. И это не единственный случай. В следующем году вы будете изучать поэму Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души», идею для которой ему тоже подсказал Александр Сергеевич. Повесть «Шинель» входит в цикл петербургских повестей, над которыми Николай Васильевич работал с 1835 по 1842. В цикл входят 6 произведений: «Невский проспект», «Нос», «Портрет», «Коляска», «Записки сумасшедшего» и «Шинель». Как же она выглядела? Шинель – это разновидность верхней одежды, пальто со складками на спине. Шинель была форменной одеждой государственных служащих с конца XVIII века в России. Ну и выглядела она примерно так. Как-то раз Николай Васильевич Гоголь услышал анекдот о каком-то бедном чиновнике, страстном охотнике на птицу, который необычайной экономией и неутомимыми трудами сверх должности накопил сумму, достаточную для покупки хорошего ружья. В первый раз на маленькой своей лодочке пустился он по Финскому заливу за добычей, положив драгоценное ружье перед собою на нос лодки. Вдруг заметил, что ружья нет. Оно было стянуто в воду густым тростником, через который он приезжал. Все усилия отыскать его были тщетны. Чиновник возвратился домой, лег в постель и уже не вставал, он схватил горячку. Его товарищи, узнав о происшествии, купили ему новое ружье. Все смеялись анекдоту, исключая Гоголя, который выслушал его задумчиво и опустил голову. Для дальнейшей работы прочитайте, пожалуйста, первый абзац повести «Шинель». Поработаем с текстом. Ответьте на вопросы, опираясь на первый абзац повести. Как зовут главного героя? Главного героя зовут Акакий Акакиевич Башмачкин.
Где и кем он работает? Он работает титулярным советником в департаменте. Как главный герой выглядит? Акакий Акакиевич низенького роста, несколько рябоват, несколько рыжеват, несколько даже на вид подслеповат, с небольшой лысиной на лбу, с морщинами по обеим сторонам щек и цветом лица, что называется, геморроидальным. Назовите три основные черты его характера. Главный герой повести – робкий, трудолюбивый и незлобливый человек. Имя главного героя – Акакий, греческого происхождения. В переводе оно означает «не делающий зла», «кроткий», «неплохой». А есть ли недостатки у Акакия Акакиевича? Сформулируйте три его отрицательные черты и аргументируйте свою точку зрения текстом из первого абзаца повести. Давайте проверим. У героя совершенно нет амбиций. Он не стремился к профессиональному развитию. Сколько ни переменялось директоров и всяких начальников, его видели все на одном и том же месте, в том же положении, в той же самой должности, тем же чиновником для письма. Акакий Акакиевич не может постоять за себя. В департаменте не оказывалось к нему никакого уважения. Башмачкин – ограниченный человек. Его мир узок и беден, а смысл всей жизни сводится к переписыванию бумаг. Написавшись всласть, он ложился спать, улыбаясь заранее при мысли о завтрашнем дне. Что-то Бог пошлет переписывать завтра. Сделаем вывод. Писатель не скрывает ограниченности своего героя. Акакий Акакиевич обладает целым рядом недостатков. Он живет поистине убогой жизнью. Ни к чему не стремится, ни с кем не общается, ничего не хочет. Он никому не делает зла, но и добра не делает тоже. Герой служил с любовью и на большее не был способен. «Есть сильный враг всех, получающих 400 рублей в год и жалования», пишет Николай Васильевич Гоголь. Какого врага имеет в виду писатель? Этот враг – Северный Мороз. Почему автор указывает размер жалования? Автор указывает размер жалования, потому что приобрести предмет верхней зимней одежды было весьма недешево. Чтобы позволить себе новую шинель, Акакий Акакиевич отказался от многого. Найдем эту информацию в тексте повести. Нас интересует вот этот фрагмент. Акакий Акакиевич думал и решил, что нужно будет уменьшить обыкновенные издержки, хотя, по крайней мере, в продолжении одного года. Изгнать употребление чая по вечерам, не зажигать по вечерам свечи, а если что понадобится делать, идти в комнату к хозяйке и работать при ее свечке. Ходя по улицам, ступать как можно легче и осторожнее, по камням и плитам, почти на цыпочках, чтобы таким образом не истереть скоровременно подметок. Как можно реже отдавать прачке мыть белье, а чтобы не занашивалось, то всякий раз, приходя домой, скидать его и оставаться в одном только деминикантовом халате, очень давнем и щадимом даже самим временем. Надо бы сказать правду, что сначала ему было несколько трудно привыкнуть к таким ограничениям, но потом как-то привыклось и пошло на лад. Даже он совершенно приучился голодать по вечерам, но зато он питался духовно, нося в мыслях своих вечную идею будущей шинели. Давайте поразмышляем. Какие чувства возникли у вас при прочтении этого фрагмента?
Можно ли считать нормальным тот факт, что для приобретения зимнего пальто человеку приходится в продолжении целого года терпеть подобные лишения? Как вы думаете, с какой целью автор так подробно описывает нищету, в которой живет Акакий Акакиевич? Такое подробное и яркое описание нищеты позволяет читателю проникнуться состраданием главному герою и понять всю глубину его переживаний после кражи шинели. Акакия Акакиевича обворовали, когда он поздним вечером возвращался из гостей домой. Герой лишился своей новой шинели. Изо всех сил он пытался ее вернуть. Разбудил будочника, пошел к квартальному, даже обратился к одному значительному лицу. Но никто не помог главному герою. Почему же Акакию Акакиевичу не удается добиться справедливости, заставить людей обратить внимание на его беду и вернуть свою шинель? К какому типу литературных героев он относится? Верно. Акакий Акакиевич Башмачкин – маленький человек. Давайте вспомним. Этот тип литературного героя складывается в русской литературе в 20-30-х годах 19 века. Маленький человек невысокого социального положения и происхождения, не одаренный выдающимися способностями и не отличающийся силой характера. Цель создания такого героя – напомнить читателям, привыкшим восхищаться романтическими героями, что самый обыкновенный человек – тоже человек, достойный сочувствия, внимания и поддержки. Маленький человек живет ежедневными такими же маленькими радостями. Он ни к чему не стремится, не обладает силой воли или жаждой знаний. Такой герой не может противостоять силе, власти, государству. Маленького человека легко обидеть, оскорбить, унизить. Приведите три факта в подтверждении тому, что Акакий Акакиевич – маленький человек. Проверяем. Во-первых, Акакий Акакиевич – мелкий чиновник. Во-вторых, герой ни к чему не стремится, не обладает силой воли, и каких-то высоких стремлений у него тоже нет. Акакий Акакиевич не в состоянии противостоять внешним обстоятельствам, они оказываются сильнее него. Сделаем вывод. Николай Васильевич Гоголь продолжает традиции Александра Сергеевича Пушкина. В повести «Станционный смотритель» и поэме «Медный всадник» Пушкин первым в русской литературе выводит в центр произведения маленького человека. Николай Васильевич Гоголь также призывает общество обратить внимание на проблемы обыкновенных людей, нуждающихся в сочувствии и понимании. Подведем итоги урока. Что нового вы узнали о жизни и творчестве Николая Васильевича Гоголя? Я вам подскажу. Идею для повести «Шинель» Николай Васильевич Гоголь почерпнул из услышанного анекдота. «Шинель» входит в цикл «Петербургские повести». В повести «Шинель» Николай Васильевич Гоголь раскрывает образ маленького человека, развивая идеи Александра Сергеевича Пушкина. Индивидуальное задание. Прочитайте повесть «Шинель». Ответьте на вопрос, что хорошего и что плохого принесла новая шинель Акакию Акакиевичу. Для этого заполните таблицу. Спасибо вам за внимание, за хорошую работу и радостного вам дня!